Кто привык за победу бороться, с нами вместе пускай пропоет. Кто весел, тот смеется, кто хочет, тот добьется, кто ищет, тот всегда найдет. Ну что, вы помните это, что вы делали? Или вам опять показать? Ну, Лурочка у нас первый раз, поэтому мы я помним, думаю, что... Да. А мы помним. Помню. То тогда с вас вы начать. Вы да, я буду смотреть. Ну-ка. А вес вы как подбираете? Это индивидуально? Ну да, вот сейчас просто-напросто пустой тренажер, чтобы мы примерились. А скажите, почему в валенках-то нас? В валенках... Во-первых, смотрите, вы, наверное, даже обратили внимание, когда тянут становую тягу, они сейчас все тянут это босиком практически, да? Потому что естественное положение стопы, оно вот такое у нас. Если каблучок, вот вроде как удобно каблучок, на самом деле уже тогда меняется давление вот на вот эти кости, и там легко просто сместить. С большими весами. Здесь же ровненько получается у нас также поверхность и плюс сохраняет тепло. Начиная заниматься вот изодинамической гимнастикой, очень сильно разогреваются стопы. В стопах происходит застой этой энергии, там всего там такое. И вот это все должно быть это тепленькое, хорошенькое быть. И смотри. Как это самое? Вот берешь ножки сюда раз сразу, оп, и легла, да? Вот легла, уже таз примерно вот здесь вот. И вот, вот так вот должны быть эти самые, давить. Вот, и вы, ух ты, и вы потихонечку, ну, как раз, доводишь. Не спеша. Ну, примерно, давай. Давай, зайка. Опа, уехала. Уехала. Ничего, бывает. Смотрите, мы ее подтянем. Вот. Опа. Опа. Ножки вверх. Ножки вверх. Пяточки помнишь куда? Пяточки помнишь куда? А что, он стоит. Ну и потихонечку, не спеша, потихонечку. Ножками. Нормальненько? Нормально вообще. Еще разочек. Ножками. Опа, нормально. Еще разочек. Так, ну. Это же приятное начинается состояние приятно, да? В области поясницы. Ну это маленький даже вес. Маленький вес, а уже приятно. И не совсем еще правильно выбрана высота. Ну, сейчас мы выберем. Вставай. Надо пониже. Да. Вставай. Потихонечку, да? Одевай вот эти черные валенки. Мне так нравится. Нет, сразу, знаешь, энергия туда идет, в эту зону. Зона такой слепую. Она очень хорошо, вот это оздоравливается и у мужчин и женщин, да. Вот это тазовая область. А у нас же здесь у многих застой, кровообращение, лимфоотока. Ну-ка. Ага. Ну давай, ножки. Ножки. Мне кажется, туда подальше. Да, сюда немножечко. Ну и потихонечку. Да, и потихонечку. Отлично. Раз. Еще разочек. Два. Хорошо. Еще разочек. Три. И еще разочек. Все. Хватит. Вспомнили, да? Вспомнили. Все. Выходим. Высота неправильно подобрана еще. Для вас надо чуть выше. Подожди. Ты... В другом заходишь. Да. А ну-ка, давай-ка. Ладно. Какие черные? На, белый. Нет, белый. Уж девочка. Девчачий белый. Вы уж будете это меняться. Ну-ка. Дай мне, пожалуйста. О, хорошо.
сюда, вот так. Ноги уже, наверное, выпрямлены, да? Да, да. Надо их немножко согнуть? Не, давай. О, нет, слушай, у нее хорошо. Вот, то есть, вот эта вот высота, то, что надо. Угу. Особо там это, молодец. Так, харе. Вот так лежи. Лежи вот так. Лежи. Сейчас, как никто не говорит. Сейчас мы его прокачаем. Ну-ка, потихонечку ножками. О, молодец. Еще разочек. Так же, ножками хорошо. Плавнее. Отлично. Отдыхаем. Так. Сюда. Назад? Вот. Плавненько ножками. Хорошо. Тяжеловато уже? Так, еще разочек. Плавненько. Хорош. Ну что? Хорошо. Хорошо, да? Кайф. Ну сейчас мы ее пропустим. Что-то. Плавненько ножками. Хорошо. Тяжело, нет? Хорошо. И еще разочек. Отлично. Ну что ты чувствуешь? Раздвинулась там у тебя? Раздвинулась Молли. Смех, улыбка, говорит о том, что пошло наполнение, энергетическое наполнение. Ну, я думаю, для первого раза достаточно. Пока все, да? Да, а то ты это сам. Так, ну, давайте теперь с вами. С вами. Смотрите, что мы дальше. Валенки берем. Надо было вот так вот сделать. Раз. Вот так вот. И вот так вот. Вот так вот. Потихонечку ложимся. Не торопясь. Инструктор на всякий случай стоит, он тут это контролирует, чтоб. Ну-ка. Нормальненько, да? Все. Ну-ка потихонечку давим. Давим. О! Вот эта высота ее. Да, вот это да. Хорошо, давай. Отлично. Еще разочек. Хватит. И тут как раз получается, что. И тут как раз получается, что и как-то на спину меньше давит, да? Да. То есть больше таз. Плющий таз. Давай-ка. Отлично. Вот так вот плавненько. Опа. Плавненько когда делаете, вы чувствуете, что если что-то у вас заболело, хватит, то вы остановитесь. Вот. И сейчас, видите, такое это самое. Давай потихонечку. Вдох задерживаем. Средний вдох задержали. Давим хорошо. Выдох. Средний вдох. Задержали. Отлично, хватит. Значит, потом все часы снимаем. Электрического ничего не надо. Ну, это можно... А? Смотри, как ты прёшь. Ну-ка. Ножками. Хорошо? Пошла туда энергия. Давай туда. Как будто небо толкаешь. Хорошо, молодец. Давай. Пошла. Хорошо. Хватит, да? Ну что, еще или все, закончим? Нет, еще хочется. Еще хочется. Это имеется следующий подход или в этот? Ну, в смысле, это упражнение, да, еще хочешь? Да. Смотрите, вес уже, да, отдохни чуть повыше. Вес 300 килограмм.
прямо. Больше особо не надо будет делать. Энергия прям туда пошла. Это я уже так вот. Но с того времени, как мы с вами иду занимались. На поводу. Так, нормально, чуть шире ножки, вот. Так, уперлась хорошенько и... Пошел, пошел, пошел. Не-не-не, плавно, плавно начинаешь давить. Плавно, не надо быстро давить. Плавненько. Хорошо. Плавненько надо еще усилие. Плавно, плавно. О! Ну еще разочек. Так же. Глаза закрыла и плавненько даешь. Не торопись давить. Все, хватит. Да, сейчас все. Плавненько дальше усилия, потому что вот эти быстрые движения, они тут сустав не успевает встать так, как надо. И, грубо говоря, идут там смещения, еще там что-нибудь такое. Плавненько. Ну что, нормально? Раздвинулось. Море. Все, вот с этим весом. Вот сейчас прямо я чувствую прилив крови к голове. Прилив крови к голове, к тазовым. А здесь прямо, а здесь как будто электричество какое-то горячее поставили. Электричество, хорошо. Хорошо, да. Во, правильно. Так. Нашел, куда пяточку ставить. И также медленно. Луки за голову, чтобы они не мешались. Вот так, да. Молодец, хорошо. Так же. Потихонечку. Хорошо. Так же. Отлично. Все, хватит. Отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Как отдохнешь, скажешь. И вот видите, как пропускаю там. Раз, 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 раз. Счастливая улыбка. Нет, залетает. Я всего потратил время, я не знаю, 5 минут. Да, вот это по прокачке энергии. Потихонечку. Самое главное то, что управляет. Отлично, хорошо. Медленно, плавно. Отлично. Еще разочек. Так же. Хорошо. Все. И смотрите, ну, так, тут как бы мысленно происходит вот интересная такая работа. Ну, это не сейчас, а как бы туда дальше. Вот вы начинаете медленно, плавно давить. Да? Угу. Медленно, плавно усилие. Вес стоит и не трогается. А вы как бы сказать, ну такое где-то возбуждение, так, а ну-ка еще сильнее, так, да, а ну-ка да, еще, да, да. Вот, вот я тебе покажу. Медленно, плавненько, не торопясь. Хорошо. Так же, отлично. И еще разочек. Дам-дам-дам-дам. Хорошо. Все нормально? Все хорошо? Отлично. Отлично. Ну-ка. С нагрузкой спешить не надо. И всегда. Вот эти упражнения тут не нужны уже. А нет, это... но я все равно тело прям. Ну, сделайте, сделайте. Оно такое... А, с нагрузкой не спешите, спрашивайте. И чтоб металла не было, потому что металл начинает раздавливать там все ткани мягкие. Так же, медленно, плавненько. Руки за головой, да. Вот. Чтоб ты чувствовал, что работает именно у тебя таз, а не руки. Вот, вот. Тазом хорошо. Плавнее дави, плавнее дави. Поясничка больше, да? Плавнее, да-да-да, поясничка плавнее. Да-да-да-да. О, хорошо. Ну что, еще подвесим? Нормально, все, ничего. Да, какие ощущения? Пошла энергия по ногам. Пошла энергия по ногам. Для пояснички пока еще недостаточно, видишь? Ну что, ничего, сейчас. Будет достаточно. Медленно, плавненько. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Так же медленно, плавно. Глаза закрыли. Давишь, давишь туда. Хорошо. Все. Отдыхаем. Ну еще один подходик и хватит. Это мы уже... У нас началось.
Вот это 300. 380 повесили уже. Хороший вес. Я сейчас жалую 300. Да, 300. Геннадий Петрович молодец. Это Геннадий Петрович, а сколько вы... Ну так, 840 у меня удалось заколбасить. Глазки закрыл, ручки за голову, вот, чтобы они не болтались. Так, туда. И ножками потихонечку. Да. Отлично. Хорошо. Еще разочек. Так же. Да. Отлично. И еще разочек. Пошел. Великолепно. Хватит. Можно, можешь больше. И килограмм так на 50, я думаю. Ну, не надо. Да, не надо гнать, я согласен. Есть. Это больше ум хочет. Ум хочет, цифры. Если бы я не знал, сколько цифр. Все цифры, сказали, потихонечку, знаете, от одного занятия, если вы начнете заниматься. Вот на этом остановились. Следующее занятие. Чуть-чуть. На 10 килограммчиков. И будет вот этот прогресс идти, прогресс. Mm-hmm. А сразу, если задавить сейчас, дать, на следующее занятие человек что ничего делать, не сделать, ему уже как-то неинтересно так будет. Mm-hmm. Это очень важно понимать. Сапожки. Ну что, все заулыбались. И так нет, давайте мы тоже по весам еще. Нет, хватит. Сильно. Все хватит. Спесь еще упражнение есть. Всему свое это. Есть еще интересные упражнения. Которые принесут вам здоровье. Вот сюда вот отойдите. Вот сюда вот я сейчас подготовлю. Выброс гормонов будет великолепный после этой гимнастики. Гормоны выбросьте. У меня уже носовое дыхание улучшается. И носовое будет лучше все. Так что импотентам эта гимнастика очень хорошо поможет. Да, вы рассказывали, что голова. Импотентам и так далее. И вот этим всем качкам, которые на этой дурацкой гормонозаменительной терапии. Вот ничего не надо. Вот это вот делать. Все восстановится. Вот это я на своем собственном опыте. Так, ну как красавица сюда. Немножечко мне дайте место. Место дайте мне. Так. О. Так, ну опять начинаем. После трех он планирует туда, короче, поехать. Может быть, да. Я просто лежа хочу посмотреть параллельно. Возьмет саму установку, будет что-то смотреть. Ну, как? Чем ты давишь? Чем ты давишь? Ну, лежа так хорошо насаживалась. Напротив, а ну, конечно, будем лапать. Да, бывает, он едет. Какой лежа проснулся, как? Жаль, разбор пустом. Так, ну попробуй. Вверх, давай. Еще разок. Это я давлю, это я подняла? Нет, не могу понять. Не подняла. Да. У меня амплитуда, мне кажется. Амплитуда, все. Высоты. Хорошо. Хорошо. Выходите. Так, что мы делаем? Это внучок. Привет. В гости приехал. Внучок в гости приехал. Так, и вот это, наверное, пойдет. Вот так вот. Ну-ка, давай я еще раз. Все натурально. А вот эти как раз подкладочки, они регулируют, чтобы вот это усилие было. Вот. Я сейчас
Да, ширина нормальная, сейчас еще уже. И смотрите, вот вы как бы вот так уперлись, выпрямили руки. И это самое. И вот это вот так. Угу. Вот это плечами потом. Оп! Угу. Это самое сильное движение. Угу. Вот так плавненько упираемся. Плавненько. Ну что такое? Упираемся вперед. Хорошо. Лицом меньше работать. Вот надо научиться как раз упираться руками. Давай. Руками уперлись. Да. Уперлась, молодец. Вот. Еще разочек. Ничего себе. Еще разочек, давай. Плечами. Хорошо. Отдыхаем. Сколько плохая остановка есть? У меня аж где-то в паху движение началось. Ну ничего. Мне нравится. Ложись. Да. Вот. А и... я не чувствую вот. Пока что плечами. Вот это движение. Нет, оно было, но опять-таки это ж надо почувствовать. Вот я чуть не почувствую. Потому что вот это движение, оно самое сильное. Не вот это вот, где мы разгибаем, там они говорят. А вот, вот это чтоб мышь куда. Да ладно. Так кто? Чуть-чуть. Ты сними вот так. Давай. Там, смотрите, вот это снимает. А, камера. Вот да. Камера. Так что вы еще себя увидите. Да, прекрасно. То есть человека еще надо научить, как эти движения делать. Сначала непонятненько. Ну давай. Потихонечку упираемся. Вот. Хорошо. А, сейчас получилось, давай. Так же упираемся. Вот, хорошо. И еще разочек. Больше руками, как бы небо толкаешь. Вот, все, отдыхай. Можешь лежать. Можешь лежать. Вот третий подход надо сделать. Ну как, ты чувствуешь? Ну сейчас, да, сейчас уже как-то почувствовал. Вот, почувствовал. Где еще распрямляется вот этот, в горбу, там, в грудном отделе позвоночника? Он же вот так у нас выгибается, да. А он вот начинает вот так вот распрямляться. Сердце будет лучше работать. Да. Вот здесь первый раз у меня прям вот такая нить вот здесь. Похудела. А оттуда пошла, да? А то же зажим был. Угу. Видишь, как он это самое у тебя распрямился оттуда. А вот так вот она где-то зажата, ну вы знаете, она вот тут зажата, а сюда тянет. Ты все делаешь, себя указываешь. Давай-ка сейчас на 5 раз мощненько так сделаем. Плавнее дави. Отлично. Хорошо. Плавнее дави. Больше в руки, больше в руки. Отлично. Еще разочек сразу, сразу, сразу. О, еще сразу делай. Все, сразу. Давай, давай, давай. Отлично. Все, хватит. То есть немножко подстегиваем для того, да, чтобы... Да, да, я поняла, это... да, чтобы динамик. Так. Угу. Артём, да? Тут как раз по росту должны. А, хотя на, Артёму надо было побольше это самое. Ну что? Потихонечку, плавненько. Потихонечку, плавненько. Отлично. Еще раз. О, отлично. Все, хватит. Хватит. Так же. Скажи, что они там занимаются пустым грифом? Да, 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 да. Ничего, ничего, ничего. Так, хорошо. Мне кажется, высоты еще, наверное, чуть-чуть больше, чтобы я ее прям на прямые руки вытащил. Ну, ну, давай, 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 давай. Сейчас попробуем. Хорошо, хорошо, да? Отлично. Хватит, хватит. Смотри, что мы сделаем. Ну, вот эту парочку уберем. И как раз тебе хватит и высоты побольше. Угу. Так, отдыхаем, отдыхаем. Отдыхаем. Ну, в этот раз у меня больше как-то я ладошки почувствовала. Тогда я не чувствую ладошки.
Сейчас еще энергия в шее пошла. Видимо, там зашли. Потихонечку. Хорошо. Вот так вот. Отлично. Еще разочек. О, хорошо. Так чувствуешь, как работает вот это вот. Угу. Так получилось. Вот так, так, так. То есть где-то первые, ну, 5 занятий уйдут на то, чтобы человек так понял, что от него требуется. К сожалению. Это мозг хочет быстро. Хорошо, раз. Да, он хочет, много хочет. Отлично, так же. Туда. Ай, хорошо, молодец. Отдыхаем. Отдыхаем, отдыхаем. Это 180 было, полагаю. Ставим 200. Отдохни, сейчас глаза закроешь. Глаза закроешь. И вот такое впечатление, как ты вот что-то такое давишь, типа вот туда, вот что-то такое. Какую-то энергию, массу. Хорошо. Хорошо. Вот сейчас руки, видите, как они сами вкручиваются, да, вот эту энергию вот эту берут. Она тело само подсказывает, как вот ее. Я думаю, закончили, да? Полежи, отдохни. Сейчас еще заряд придет радости. То есть она еще наставляет радость. Да. Гимнастика. Что она? Как она? Отлично. Отлично, все, да? Ничего не иди. Лорос не позанимает. Все, на месте стоит. Геннадий Петрович. А? Лорос пропустили на грудь. Я тоже сюда смотрю. Надо же. Бывает. Вот, запарились. Куда дальше? Туда дальше. Вот так вот. Ну-ка, давай-ка, зайка. Видно. Ложись. А мы сейчас посмотрим, насколько. Вот. Вот, ручки. Ручки, да, я смотрю, вот так они дают. В кость. Это удобненько. Так, подожди. Ничего не дави. Ничего не дави. Все делаем по команде. Ну-ка, потихонечку давай. Хорошо, раз. Отлично. Еще разочек туда. О, чувствуешь, как ручки идут? Еще разочек. Пошел. Хорошо. Отдыхаем. Как отдохнешь, так скажешь. Хорошо. Да. Вот как раз она так разламывает вот это. Не торопись. Да, тут давай, можно. Давай. Тут можно. Да, ноги не участвуют. Поехали. Потихонечку. Отлично. Давай. Хорошо. Далее, ручками мощно. Хватит. Отдыхаем. Ну что? Хорошо.
Вот так, плечи. Плавненько, молодец. Туда, плечами ее, плечами ее. О, давай, плечами. Пошел. А, хорошо. Отдыхаем. Еще подходит и хватит. Вот сейчас пошло. Пошло, поехали. Пошло. Классно, как вообще. Мне состояние такое интересное, конечно. Вот прям энергию чувствую. Вот если ты энергию чувствуешь, закрой глаза. И вот как-то будто ты вот как бы энергию давишь, вот это так по рукам, так раз у тебя и пошла. Вот два потока направляешь. Хорошо, раз, отлично. Бери снизу, пошел, молодец. Два. И еще разочек. Так же. Во. Отлично. Давай еще. Ну еще разок. Да. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, хорошо. Да. Отлично. Себя чувствуешь каким-то всемогущим? Всемогущим, да? Класс. Вот я поняла, о чем вы говорите. Когда вот я могу вот это... Вот оно... Давайте. Вот самодумал, как раз и говорил, не знать, а уметь. То есть знать все может. Ну так вот ты жмешь 300 килограмм. А попробуй, не можешь. А вот как раз вот это вот. Какие вы слова красивые говорите. Знание и умение, вот это вот все уменьшит. Не знать, а уметь. Да. А то у меня очень часто, знаете, все знают. Все говорят, я что-нибудь говорю, я знаю. Они все знают всегда. Не знать, а уметь. Да. Конечно, в идеале знать и уметь. Ну, конечно, идешь сначала через знание, что вроде вот так вот. А потом дальше шлишь, умеешь. Ну-ка, подойди-ка сюда. Помнишь, как ты становилась? Да. Давай. Я давай. Давай. Руками держи. Давай. Я на тебя буду набросить. Давай, прогибайся. Вот. Натягиваем. Так, подожди. Надо вот сюда немножечко ниже. Во. Давай. Держись за эту штучку. Ага. Слишком все. Выходите. Вот так вот. Ну-ка давай еще разок примерим. Так, опа, натянула. Во. Подожди, она вот здесь, чтобы она была. Во. Натянула. Так, вперед. Еще вперед. Вот. Голову подняла. Вот, и немножечко даем ножками, отлично, не торопись, даем ножками, смелее даем, выше давим. Вот, максимально. Хорошо. Давай-ка еще разочек. Хватит, все. Сейчас тебя, так сказать, пропустим. Походи. Пока ничего не осталось. Вот пошел. Нет. Вот там жаркими обливаюсь. Ну вот эта зона, это просто, это заменяет и массаж, не знаю, и гимнастику, и все. То есть, это вот то, что вы говорите про МРТ, про изменения. Да. Вот, раз, видите, сделали, и сюда. Ага.
И натянули. И ножка, знаешь? Ну-ка давай-ка, зайка. Давай. Ничего не бери. Твоя задача встать. Давай, ты встань. Вот, правильно. Раз. Это мы уже, чтобы она больше давила. Теперь мы. Чуточку ниже. Опа, натянула. Вот. Чувствуешь, что она вот здесь у тебя. Вот здесь. Покачала тазом вот так вот. Где она вот больше? Вот. Вот сюда немножко. Во! Давай ножками. Не торопись. Давай, плавненько. Никакого это самого. Вдох, полувдох. Задержала дыхание. Давай. Отлично. Давай. Потихоньку. Отлично. Немножечко посмелее. Давай. Хорошо. Вот. Вот видишь, еще уже так же. Так же. О, хорошо. Отдохнешь или еще набросить? Еще. Так, какой-то. Перебор. Ну-ка. Ножками. Ага. Так. Давай вот так дави. Вот, вот, да. Отлично. Отдохни. Бросай все это дело. Еще хочется, нет? Не надо. Еще хочется? Ну давай. Ножками. О, хорошо. Вот так же. Все так же. Ножками. Отлично. Пошел качать. Раз. Сразу же. Два. Сразу же. Отлично движение поймала. Три. Хватит. Отдыхаем. Ну что? Вот, сейчас сделала. Радость пошла. Прямо вот она, эта зона. Скажи, как себя чувствуешь? Адреналин просто. Дофамин, адреналин. Я не знаю, какие еще виды физической активности за 2-3 минуты могут так поднять уровень энергии и гормонов. Слово 2-3 минуты. В нашем современном мире, когда мало время, ты не можешь себе уделить пару минут и все. Ну давай, к барьеру. Ну, это сапожки. Вот это голеностоп, это правда, вот это тепло. Сейчас я там настрою. Сначала подходишь, становишься, потом так, раз, чтобы ты тронул, было. Я на тебя набрасываю, ты только хоп, натянула, натянула, посмотрела вот так, она как раз здесь будет, и потом уже опа, 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 тихо, не спешите, так. Так, ну давай, становись-ка. Натянула, хорошо натянула. Натянула, так, стоим. Ну-ка, потихонечку, ножки выпрямила. Нет, больше ножки выпрямила. До конца не выпрямляй. Спинку выпрямляй. Во, да. Но ножками, да что такое? Уже все, да? Не, как будто надо ниже. Ниже, да? Да. Хорошо, выходи. Выходи. Она, по-моему, равномерно. Я на носочки становлюсь. Нет, сейчас нормально будет. Просто она вроде как ниже, но уже. И поэтому то же самое вышло. Давай. То же самое повторим. Так, отлично. Вот. Вот.
Ножками работаем, ножками. О, не, спину не горбать. Не-не-не, сейчас все хватит. Ты слишком туда ушла. А, вот, все. А, да все, ты слишком туда ушла. Вот сейчас хорошо. Хорошо. Но я все равно больше как будто поясницу толкаю. Нет, вот поясницы не надо толкать особо сейчас. Вот ноги вот выпрямляют. Сейчас. Сейчас. Может еще ниже? Нет, все нормально. Не толкай поясницы. Так. Опа. Так. Натянула. Вот она. Натянула. Хорошенько. Вот. Подожди. Я тебя как раз. Нет. Ты двигай. Вот. Во! Я тебе быстро. Во! А, все. Вот. Ты поняла, что делаем? Все, руками. Вот. До конца не выпрямляй ноги. Раз, вот, хватит. А то суставы выскочат. Во! До конца не распрямляй ноги. Ну-ка, раз. Хорошо. Два. Хорошо. Вот. Три. Еще разочек. Четыре. Стоп, стой так. Девочки, которым все мало. Нет, тут главное, чтобы правильно началось, а то человек неправильно начнет делать. Вот сюда давление. Да. Вот, давай. Сейчас пошло. Потихонечку. Отлично. Чувствую. Да. Есть, пошел, все. Хорошо. А, ну еще разок, выйди. Давай, брось все это дело. Да, брось это все дело. Пройдись. Тебе надо еще одну подкладочку. А что, только три подкладки? Ну как хорошо вообще поясница прямо спрямляется, да? А какая энергия? До сих пор все, энергия там идет. Нет, еще хочется. Надо больше. Надо чуточку повыше все-таки. Чуточку повыше. Вот. Вот пройдись, так кружочек сделала. И не, как бы сказать, вот не вот это вот движение, да, не вот это движение, а вот это движение. Да. Вот. Тазом, чтобы не больше. Не так хватало. Ну, сейчас будет хватать. Все нормально? Отлично. Готов. Становись. Так, раз. Так. Чуть подсела. Натянула, подожди. Немножко. Чтобы ты чувствовала, что наверное, здесь вот у тебя. Вот. Ножками. Вот. И пошла. Вот. Еще раз. Хорошо. Не тяжело? Ножками. Хорошо. Отлично. Ножками давишь сюда. Ай, молодец. Еще разочек. Хватит. Еще давайте. Ну давай. Пошла. А я думала еще веса накинуть. Ну еще разочек. Ну стой, отдыхай. Сейчас набросим тебе вес. Давайте, на раз хотя бы. Это уже 340 кг. Ножками. Хорошо. Молодец. Вот так же. Ножками даем. Хорошо. Лапа закрыла. И ножками туда, как будто толкаешь. О! Еще разочек давай. То же самое. О! Хватит. Все, будет, хватит. Да. Теперь пошло. Пошло, поехали. Теперь вот
Пошло, поехало, да? Ну, да, походи там. Теперь да. Походи, походи там. Теперь чувствуешь мощь. Вот это упражнение на как раз дает самую-самую мощь. Проявляется. Халком себя чувствуешь. Во-во-во. Оставь. Класс. И вот это действительно появится ощущение туда. Ощущение уверенности в себе, что там, если какой-нибудь хулиган возьмешь и закинешь куда-нибудь. 500 килограмм. Да, может улететь. Так, сейчас я тут кое-что сделаю. Ну что, будем пробовать, да? Будем пробовать. Вот так вот встать. Я набору ношу. Подсел. Натянул. Вот она. А, хорошо, хорошо, хорошо. Вот здесь вот площадочка у вас должна быть. Чувствуете? И ножками. Ножками. Хорошо, отлично. Ножками. Сюда вот съехал, да. Вот тут давят сюда. Вот. Еще разочек. Еще нормально, все. Отлично. Хорошо, стоим, стоим. Я набрасываю, да? Угу. Ну-ка, два раза. Так же. Хорошо. Хорошо. Отдохну. Вот как усилие, так она легче поднимается. О, хватит, походишь еще. А, хорошо. Ну отдохни, все, бросай это. Еще подходик сделаем, да? Как ощущение, Артем? Поясница прям начала чувствовать. Я интересно именно вот от этого упражнения начинает комплекс. Копчик правится. У меня раза три там что-то там щелкало. Чик-чик-чик-чик. То есть где-то там дальше. А сколько вы себе накидываете вес? Ну я в основном сейчас занимаюсь 800 килограмм. Обалдеть. Лучшее, конечно, у меня было тонна 50. Ну вы тоже ну, как бы постепенно же, да? Ну я же говорю, я же с пустого тренажера начал заниматься. Пустого? В течение скольких лет? 5 лет я вот. Занимаюсь. Ты представляешь, сила вообще сейчас? Ну, уже где-то на втором году я, по-моему, тонну начал. А потом уже слишком мощной энергии просто так не доверяют. Просто так не доверяют. Как отдохнешь, так походи. Реально? Ничего нигде не давит, поясницу не обжимает. Все, все хорошо. Класс. Я теперь Сашу поняла, вот он все рассказывал, угу. Как это, я все, ну как? Да, это надо прочувствовать, да, чтобы да, понять, да, чтобы почувствовать. Потому что со стороны смотришь, что какие-то движения непонятные. Нет, да, как это происходит. Это вот какое-то сакральное вообще действие, знаешь? Так, дотянул. Вперед съехал, чтобы тут площадочка была. Вот, где-то вот так вот, да. Чтобы площадочка туда и ножками. Ножками. Пошел, пошел, пошел. Да. Хорошо. Вот. Так же. Туда. Можно. Вот так. Да. И еще разочек туда. Пошел, пошел. Вот. Отлично. Хватит? Еще чуть-чуть. Можно. Ногу выставим, да? Глаза и туда давишь, вот туда давление пошел.
И еще разочек. Тут даже давление плавнее. Ну и хватит. А не должно быть резкого у вас этого всего. Не должно быть. Вот резко. Да, плавненько. Итак, сколько у нас тут? Так, 380, 420 килограмм. Ну, 420 килограммчиков. Хорошая. Звучит много. Листочек. Звучит много. Вот. Ну, я вам покажу, да, немножечко. Да. Что-нибудь, да, да? Где слабее, там и напрягается. Вот еще понял. Покажи, да. Где слабее, там и напрягается на стекло сильнее. Покажи нам кое-чего. Это нам план, что мы в 70 лет будем делать. 70 лет. Мотайте на ус. Стимул даете на следующий раз. Да. Точку на горизонте мы увидели. Это небольшой вес. Ерунда. Так, чтобы просто вы посмотрели. Да, чтобы просто посмотрели. Положили на поясничку, прогнулись, чтобы вам было. И сначала вы стараетесь как бы мыслью вот это все поднимать. Вот это поднимаете, а потом подключаете свою собственную силу. И получается где-то вот так. Это подключаю сначала, а потом силу. Опа. Подключаем ум. Силу. Подключаем ум, силу, да? И как сказать, так сказать, как говорится, будет 800. 800. 800. Ну попробуем, подымем так, подымем. Не подымем так, не подымем. Да, действительно. Как я говорю, в этих случаях мы олимпиаду уже выиграли. Вот. Подымем так, подымем, не подымем так, не подымем. Чем вы планируете? Молодец, самодумал, говорил. Наша задача пробовать. Да. Наша задача пробовать. Самое интересное, это сам процесс, да, к цели. Да, достижение самой цели, сам процесс. Путь. Ну-ка. Что мы сможем показать? Или ничего мы не сможем показать. Вот это должна быть уверенность. Угу. Знаете, в этом дело. Уверенность, мощь. Ух. Ну-ка, сядь. Да. Вот так встали, да? И начинаем.
О, хорошо, да? О, 800 килограмм. Аж этот, сам металл, да, такой. Дал так, дал. То есть, и вот смотрите. Ну, допустим, грубо говоря, я раньше там 600 килограмм поднимал. Это я работал на энергии 600, примерно, да? Сейчас, допустим, я 800. И вы уже видите разницу. Ага, о, 800. Там и творческие способности, и прочее, прочее. Все это, знаешь... Больше можешь туда доскакнуть. Больше потенциала. Да. Кстати, а не попробуйте ли мне 900 килограмм? О, офигеть, еще в Англию. Так вот, добавок поднять надо не силой, а умом, с улыбкой. Да, не строгая. Да. Это, как бы сказать... Совсем другого стоит. Это 800, 800, 80. Вот сейчас мы посмотрим, хватит или не хватит. А может прям с заговором настроиться? Ну, он уже прозвучал. Он уже прозвучал. И вот эти вот все заговоры, а у каждого должен быть свой, личный, и вы вот это взаимодействуете. И все это дело вы делаете. Готовка в 900 килограммов идет. Да, 900 я уже давно не поднимал. Я там приболел, под вентилятором полежал. А может и под вентилятором, ну. Вот, сюда уже настраивайтесь. То есть вы должны уже подойти к большому весу совсем другим человеком. Это должна быть какая-то лучшая ваша версия. Угу. Уверенная. Вот так вот встали. Да, вот это вот. Если уже захожу, даже тону подниму. Да. А потом вы поменяетесь. То есть мысль подсела, и как бы сказать, о, поднимаешь. Ты тянешь мыслью больше, немножко руками. Поняла? Немножко руками. Задача больше. Отходите, я же вес нацепляю. То есть, вот сейчас уже тут будет, ну, подцепим все, что тут есть. И это, кажется, важная работа сознания. Вот как только сознание мы подключим, все вместе. Но новый уровень занятий. Ну, это я бы не сказал, что новый уровень. Лучше заниматься, конечно, так самому. Иногда вот это вот так сказать, сделать. Да, вот это все. Тут где-то тонна 200 надо. Сейчас можно посчитать. Ну да, тонна, вот это когда все эти 5 блинов, это тонна 20, тонна 20. И считаем. Тонна 20 это уже тонна 100, это тонна 180, 200 килограмм и
20. Тонна 220 килограмм. Мощно. Вы поняли, что надо делать? Да. И по моей команде, по моей команде, кто-то может снимать, если кому-то интересно. Кто-то может не снимать. И по моей команде вы начинаете прилаживать усилия потихонечку, так потянули. А если в случае, если я не тяну, я вам скажу так, ну-ка, немножко уперлись побольше. Вот, я встал, так сказать, приготовился. Сюда-сюда. И потихонечку начинаем. Пошел. О, раз. Еще что, тяжело было? Нет. Давайте. Пошел. Два. Ну, будем так сказать. Нормально? Да. То есть вы особо и не напрягаетесь, да? Да. Что значит, видите, три головы? Да. Усилие там, ну, на 20 килограмм. А в сумме, о. Это про то, что про энергию, да, людей? Да, вот это да, вот энергия. Эффект энергетической духи. Да. Вообще не сложно, наоборот. И она, короче, да, ты чувствовала? Да. Чувствовала, да. Тебе получилось? Чуть-чуть. Так вот, когда не закреплен был, он вот там вот отрывался, тренажер. Да. А вот тут пластинку я сделал, и она туда давит. То на 220. Это уже такой солидный результат. Вот это понимаешь, через это дело прошел, то ты уже это самое. А, да, в одну стопочку, пожалуйста, сложи. Геннадий, а что за тапочки? Эсто. Тата жена купила какие-то у меня комнатные, так просто. У меня тоже поставила цель написать книгу, и вот сейчас я услышала вас про то, что вот энергию пустила, а шаги очень редкие делают. По написанию, кто такой, я же на второе образование у меня ветеринар, кто такой владелец животного, вот сделать классификацию и с каким... Это не надо снимать. А ты же тяжелый. Вот. И вот ваша вот эта книга, я сейчас смотрю, и понимаю, что на, ну, что просто ваши мысли, они выражены. И слушай, это, Танюша, смотри, вот ты, если надумала написать книгу, ты сначала обмазывай примерно по главам. Знаешь, вот как бы структурировать ее, вот что ты будешь делать это. И дальше, когда структура закончится, то... Не откладывай надолго, что, знаешь, грубо говоря, через полгода начнешь писать. О, вот это все рассеется. То есть вот это все собирается буквально такие, оно так витает где-то в районе месяца, задумка. А если она не воплощается, она расходится. И знаешь, что я делал? Для того, чтобы вот это не заржаветь, я в свое время... Ну, на сайте вы можете посмотреть на это. Я писал газету один, выпускал газету, и несколько лет я выпускал ежемесячно газету для того, чтобы мой ум вот это вот не рассеялся, не утратил там этот самый.